на самом деле 2 в 4. Сумели исправиться волки. Ну что ж дальше? Таз. Вот. 2 в 1. Паша Бицепс. Тот самый Муэртос. Опять же, вот ВП, о чем думали, когда выходили в перекрестный огонь на Б-план, ты понимали, что суппорт придет быстро. Нужно было просто подобрать, давай занять лифты, чуть-чуть подождать, но не, смотри, у Паши какой-то коварный план созрел. Он ну вот он идет в самую непредсказуемую позицию, в которой может оказаться игрок атаки. Посмотри, как строго стоят датчане. Да, Паша, давай придем с кухни. А ведь Павел, он очень даже оригинальный. Бизепс! Хюнден просто сейчас будет. Привет, Хюнден! Вот знаешь, вот я поражаюсь датчанам, как вот просто лол. Лол! Привет, братан, подвинься. Сейчас найду второго, а потом разберусь с тобой. Паша Бицепс, это интересно. Ну, друзья, вы все прекрасно видели сами. Отсутствие интеллекта у датской команды выливается вот в такой вот досадный раунд. Это просто что это было, ребята? Это... Увидимся на карте Cobblestone. Cobblestone — это выбор копенгагенских волков. Мы уйдем на небольшую музыкальную паузу, после которой вернемся.